Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас новая версия Майнкрафта 1.18.30.32, да, и, в общем-то, сегодня я сделаю обзорчик на эту новую версию, да, и, как вы видите, я уже нахожусь в новом местечке, ну, а мы начинаем, итак, погнали! Итак, для начала хочу сказать то, что у меня эта версия, по-моему, меньше лагает, чем предыдущая версия, опять же. Не знаю точно, хотя, конечно, то есть, если летать, то, опять же, будет подлагивать. Давайте-ка пройдемся потихонечку. Итак, для начала у нас тут скалк-блоки, опять же. То есть, у нас, получается, вот эта вот скалк-железа есть. И скалк-блоки просто. У нас есть также, ну, скалк-сенсоры и скалк-катализаторы. Вот. И, короче, давайте-ка начнем с того, что у нас тут получается почему-то... Я не знаю почему, но у нас тут заспанилась еще шахта жителей вместе со всем этим. Давайте-ка потихонечку будем уходить по этой всей структуре. У нас получается вот этот древний город. У нас вообще есть вот такое вот новое... Ну, ладно, давайте-ка чуть-чуть попозже я об этом поговорю. У нас есть новое зачарование. Ну, точнее, как есть? Нету его еще. По логике, оно должно быть, но почему-то его пока что нету. Вот. Короче, должно быть зачарование на то, чтобы можно было ходить на шрифте быстро. Ну, то есть, на приседании. Вот. Не знаю, почему его нету, но у нас тут есть вот такое вот строение. Опять же, скалк-катализаторы нормально работают. Здесь есть у нас, бывает, зелье исцеления, здесь бывает снег. Я не знаю, что тут забыл снег, вообще без понятия. Книги и кости, да. Давайте-ка посмотрим, что у нас в разных сторонах. Здесь у нас, получается, просто тропинка из шерсти, опять же. То есть, я не знаю вообще, типа, зачем так много разветвлений, если, типа, здесь ничего нету на других разветвлениях особо. Но... Дело в том, что есть вот такие вот, опять же, построечки, где, опять же, есть сундучки. Я, честно, не все, наверное, сундуки, наверное, чекал еще. Скалки здесь есть тоже в сундуках. Кости. И, опять же, снежки. Непонятно, опять же, зачем. Снежки. Здесь алмазы, кстати. Лол. То есть здесь тоже бывает спавнятся руды и так далее. Свечи. Опять же, непонятно, что тут в сундуках делают свечи. Ну ладно. Это вообще место, где есть свечи. Просто я вам покажу, где именно там есть свечи. В этом месте. Да. Здесь еще один сундук. Здесь опять же кости, зелье исцеления. Опять же, то есть здесь можно найти зелье. Кстати, это один из... данжи, в которых есть книги, опять же, то есть это достаточно полезная, в принципе, вещь для особенно стола зачарования. То есть представьте, если вы найдете, но посмотрите на координаты, пожалуйста. Да, то есть у нас эти строения как бы спавнятся очень далеко. То есть пока что они очень редко спавнятся, можно сказать, да. Поэтому, как бы, фиг его знает, сможете ли вы вообще эти строения найти. То есть, я с помощью Locate Biome нашел. Ой, точнее, Locate просто. Поправочка. Короче, у нас тут есть, получается... Я даже не знаю, как вам объяснить. Но я буду потихонечку проходиться. У нас есть вот такая вот структурка еще. Она побольше, чем предыдущая. Кстати, здесь как раз-таки есть свечи. Как вы видите. Вот они. Так, у нас тут есть сундуки. Опять же, здесь и скалковый катализатор есть, и книги, и кости, и опять же скалк. И давайте-ка посмотрим, что тут. И опять же скалк, книга, кости и свечи. Да. Кстати, прикольный вот такой вот проход. О, вот этот вот блок. Ох, пипец. Он, короче, отвечает за как раз-таки... за то, чтобы Варден призывался. И за то, чтобы темнота была. Один раз мы наступили, но я не буду пока что больше наступать. Нас опять же... Ладно. Пожалуй, сделаю потише, потому что он слишком жестко орёт. Видите, как он реагирует на скалк?
Он даже скелетов убил. Скелета убил. Офигеть, просто посмотрите, какая крутая анимация у него. Это Варден, да, его можно заспавнить. То есть спаун Варден есть. Кстати, у нас теперь ЛС-пешник. Кстати, я слышу, как сердцебиение идет в наушниках, если слушать. Мне нравится. Ладно, давайте-ка я его убью с помощью команды kill, потому что у него очень много здоровья. У него также подсвечиваются иногда ушки. Вот так вот, кстати говоря, он убивается пока что. То есть никакого... ничего нету особо. И звука нету, и как-то он странно вообще подсвечивается, когда убивается. Обычно подсвечивается более прикольно, но здесь как-то не особо. Короче, вот такие вот еще у нас есть штуки. Кстати, они спавнятся пока что только так делаются. Непонятно почему. Итак, я, короче, убил Вардена. И всех вообще мобов. И теперь у меня вообще меньше лагает еще. Так, короче, давайте-ка еще раз разберемся. Здесь у нас всякие структуры я посмотрел, в принципе. Но давайте-ка разберем, что у нас вообще в структурах может заспавниться. Во-первых. Во-вторых, я еще не все эти структуры посмотрел. У нас спавнится в структурах еще, книга на зачарование, чтобы мы ходили сидя, получается, быстро, вот. Так еще и другие зачарования могут спавниться, да. Давайте-ка посмотрим, что у нас еще за структуры есть. Кстати, почему-то вот здесь вот еще спавнится у нас скалк-блоки, да, вот. Не знаю, что за скалк такая вот стена, но ладно. Так. Вот здесь вот такой вот у нас есть... я не знаю даже, как объяснить вам. Ладно. Давайте-ка сначала я посмотрю. У нас здесь еще какой-то есть... Я не знаю, что это за строение, но какое-то есть еще одно строение. Варден, кстати говоря, иногда спавнится не с первого раза. Но мне повезло то, что мне заспавнился он с первого раза. В кавычках, естественно, повезло, потому что я хотел вообще-то его показать чуть позже. Ну ладно, упустим этот момент. У нас здесь как раз-таки дальше есть прям очень огромное помещение, прям пипец. Можно серьезно прям ходить очень долго. Так, посмотрим, что тут у нас. Ага, и опять исцеление, кости и книги. Ладно. Так. Здесь лава все залила с водой. Да. Здесь еще иногда спавнится, да, сталактиты или как их там. Это шахты. У нас пока что какая-то странная вообще генерация. Да, потому что, типа, здесь какие-то углы прям. Ну ладно, надеюсь на то, что разработчики потом Майнкрафта исправят эти углы, да. Неровные просто углы, блин. Свечи. Короче, какие-то маленькие еще строения есть, но давайте-ка не будем в них углубляться, прям. Короче, я в принципе все показал вам. Мне кажется, то есть все, что нужно было, мне кажется, я показал вам. Но смотрите, здесь еще же есть вот такой вот. То есть это похоже чем-то на портал, если честно, как по мне. И не только как по мне, но и в принципе многие считают, что это похоже чем-то на портал. Я считаю то, что в принципе да, можно было бы это использовать как портал. Тем более эти блоки вообще никак не используются. Их вообще нельзя никак добыть. Вот чем дело, в выживании именно. И знаете, здесь еще вот эти вот столбики, у которых лампы. И дело в том, что вот так вот можно сделать. Да. Их, то есть их можно, как бы, можно сказать, включить. Да. Вот. Ну, короче, здесь огонь душ, естественно. Здесь вот эти вот свечи и все в этом духе. Но, в принципе, неплохая постройка, серьезно. Я бы сказал то, что это одна из самых лучших, вообще одно из самых лучших строений, потому что мне оно прям нравится. Вот. Оно в виде вообще головы Вартена, насколько я вижу. Вот. И, короче,
Если бы здесь бы не было бы вот этого шахты жителей, то было бы еще, мне кажется, лучше. Ну ладно. Давайте-ка упустим этот момент. Да. Ну, короче, в принципе, это все. Да. Но! Дело в том, что, ну, естественно, у нас есть призыв Варда, но я не буду его сейчас спамить здесь, потому что смысла от этого, во-первых, нету, во-вторых, я уже вам показал его. Ну, естественно, вот эти вот блоки, как я вам показал, их можно только таким образом спамить, то есть другим же способом их нельзя сделать, точнее, ну, поставить, только можно таким способом поставить. И, естественно, с помощью, там, зачарования должно было быть новое, но почему-то его не добавили к нам на Bedrock. В принципе, это все. Кстати, вот так вот красиво здесь выглядит все. Давайте-ка, знаете что, посмотрим, что будет, если я в выживание зайду. Но, знаете что, я бы хотел бы сначала нарядиться в назаритовую броньку, как минимум. Итак, предположим то, что мы пришли в эту, боже, темную шахту. Да, в это темное помещение. Это пипец, какое темное помещение. Вот серьезно. Просто, блин, посмотрите, очень прям темно. Это вообще, блин, я не знаю даже. Это самое, наверное, темное, серьезное место вообще в шахтах. Нет, конечно же, тут есть, получается, типа, свечи. О, ясно, сейчас сюда может Варден вызваться. Я вижу Вардена. Смотрите просто. Просто пипец. Ой, у меня еще и подвисает. Смотрите. Ой-ой-ой. Нет! Меня здесь нету. Уйди, 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 уйди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А как мне теперь оторваться от него? Чтоб вы понимали, здесь дофига этих источников звука. О. Все, меня сейчас он, походу, убьет. Да. Ну что ж, ладно. Что ж, только что я вам продемонстрировал, насколько сложно справиться с Варденом. Да, в новой версии Майнкрафта. Так что, это пипец вообще. Короче, даже в назаритовой броне он вообще, блин, просто берет и меня разрывает. Даже с золотым яблоком он просто с 4 ударов меня убил. Ну, может быть, с 5. Короче, неважно. Ладно, если что, ссылка на новую версию Майнкрафта будет в описании. Ну и на этом все. Ну а с вами был Гош69, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь ссылками с друзьями, также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и на этом все. Всем до встречи и всем пока-пока.